Всем привет, это канал PlayGame, меня зовут Сергей, и мы продолжаем проходить Бэтмен, рыцарь Архима. Так, новый уровень. Что там у нас? Одно очко мало. Так, хотя подождите. Правильно, сюда. Так, что можно на Бэткостюме? Вот. Уцепитесь за выступ прямо с противника, сразу же нанесите решающий удар. Так, вот это вот, кстати, вот. Так, сейчас. Увеличение времени, которое противник проведет на земле после поражения прицельным батарангом. Вот это вот пригодится. Так, а из миссии мы сейчас пойдем. По сюжетке пойдем. И где? А, фу, так я пришел на сюжет уже. Да, правильно. Чё, не понял? Так, спасите, проследите за... Ой, чё-то я не пойму, почему миссия не выделяется? Загадочник-то. Ну, допустим. A challenge in the Cauldron Train Yard. I'll play your games and I'll win. Куда ты меня направляешь? А, ну давай, пройдем, ладно. Most of them went in the evacuation. The ones that are left ain't doing nothing. They're outnumbered. Прекрасно. Тут уже был. Бежал тогда, по-моему, здесь же. Ребят, вы чё? Ready.
лучника. Ну да, я вот тут вот бегал и нихера не понял, как попасть туда. Так, лежи он детектива. Сюжету все открылось у нас. Ой. You could have struck first. Ended me in every villain. Ah, detective, you arrived. А, детектив, ты прибыл. Я предвидел, что легкое затруднение у женщины-кошки пробудит тебя принять участие. Видишь ли, я понял, что помешан на картинках самовлюбленный человек, украшающий колпаки колес своей машины символами летучей мыши, не поймет по своей воле за заготовленное мной унижение. Но ты здесь, детектив, унижение ждет тебя внизу. Ну что ж, детектив, начнем. Сейчас ты своим стеклянным взглядом смотришь на механизм, который я настроил так, чтобы он реагировал на сверхточные импульсы радара. Скоро я дам тебе расшифрованный код. Темный рыцарь, но сперва, пожалуй, пробежимся по правилам нашей игры. Первое правило. Ты будешь обращаться ко мне исключительно загадочник или мистер Нигма, сэр, или же хранить свое фирменное зловещее молчание. Второе правило. Все перчатки, встроенные в маску, микрофоны и прочие устройства связи, как выполненные в виде летучих мышей, так и нет, должны быть отключены перед началом тест-теста. Если тебя застанут за них использованием, тест будет считаться проваленным. Правило третье. Использование специального оборудования для решения загадок строго запрещено. Я знаком с содержимым твоего пояса с инструментами, детектив. И всякие изменения в ходе испытания будут оцениваться крайне придирчиво. Правило четвертое. В случае пожара или наводнения я немедленно проведу тебя к ближайшему запасному выходу при условии, что ты будешь слишком гордым, чтобы следовать моим советам. В противном случае, твою гордую, но глупую смерть мы будем считать признанием поражения. Правило пятое. Не просить подсказок. Правило шестое. Случись мне в припадке милосердия добровольно дать мне подсказку, намек, многозначительное оскорбление или любую иную информацию помочь, если ты не станешь просить дальнейших разъяснений, а лишь поблагодаришь меня за доброту, придерживаясь при этом обращений, оговоренных в самом первом правиле. Правило седьмое. Санитарные перерывы будут предоставляться на мое усмотрение. Повторный момент твоего непростого пути к самореализации и поражению я настоятельно рекомендую тебе терпеть. Правило восьмое. Любых инцидентах, возникших в связи со строгим соблюдением правил седьмого виновного, считается чуть короче. Поехали. Что? Да как ты? Как ты разгадал первую загадку на сегодня? Умница! Добро пожаловать на мою гоночную трассу, детектив. Ты должен пройти три круга, завершив каждый из них за определенное время. Ну, не нашли гонщика. Ой. There's more to this test than just going vroom, vroom, really fast. И чё? Что за юмор?
нему еду. Что за прикол? Давайте по новой попробуем. Давай по новой, чувак. Молодец, детектив, твой грандиозный провал. Так, короче, давай пробуем еще раз. Dark Knight, don't waste my time. It's several times more precious than yours. You seem to have lost. Something wrong. I could literally do this with my eyes closed. Let's try that last lap again. Попробуем, теперь как-то мне все понятно стало, что делать. Тик-так, детектив, тик-так. Can that ramshackle motor handle that? Ау, пау. Блин. Faster, Batman, faster! Tortoise and hare-based allegorical narratives hold no truth here. Я давно в гонке не играл. Faster, Dark Knight, faster! Can those flickering, faltering synapses keep up with my automatically adjusting course? Второй круг. Disabling the afterburner's failsafe. I need the extra speed. I'm shocked, Dark Knight. Is that really as fast as it goes? Другая пошла. Let's work that undeveloped brain of yours. Attention, detective. Go left. Не понял. Oh, detective, what's that I hear? Is it time's winged chariot hurrying near? Офигеть.
You're close, detective. Don't fumble now. Don't fumble now. Come now, detective. Time waits for no man. And I wait for no Batman. An expertly executed failure. Come now, detective. A trained monkey could complete this course. Complete this, assuming I have trained him naturally. Come on, detective. Back to the start of the course. Себе. Охренеть, кружок. Ну, пошли третий круг, короче. Это реально, конечно, ну, блин. Отлично. Relax, Dark Knight, the ordeal is over. Such a pity the laws of physics prohibit me from testing my non-Euclidean designs. Now then, detective, hop on the pressure pad beside me. Какую кнопочку? Привет. А, вот это. Слушай внимательно, темный рыцарь. От этого зависит жизнь твоей подруги. В приюте прямо перед женщиной-кошкой появится целый ряд стеклянных шкафов. Не так ли, дорогая? Да, Эдди. Хорошо, в одном из этих шкафов находится твой первый ключ. А что же у остальных? У них менее полезные ключи. Это ключи, которые откроют мало полезное содержимое твоей головы и покроют стены уюта. Ни хрена себе. Твоя задача проста, детектив. Выясни, какой шкафчик надо открыть женщине-кошке, смотри, не ошибись. Так, и чего? Do you think he's smart enough, Cat? Yeah. You know, I actually prototyped designs for a small portable guillotine, but I went with the collar in the end. Okay, Batman. Let's see if you're smart as they say. One down. Одним меньше. Поздравляю, Брук, это ваш первый ключ, только не ждите, что будет еще много. Видишь?
Ты прав, потому что мы придумаем мною загадочником, испытание будет таким легким. Эх, темный рыцарь, мы ведь наивны защитники. Конечно же не будем. Но теперь у меня есть несколько сотен терабайт рабочих характеристик последней модели ракетной повозки. Учитывая это, я приготовил для тебя в китайском портале кое-что менее мерзко боевое и более спокойно интеллектуальное. Поспешишь, иначе на этот раз поступит любительное любопытство. Поедем. Что ж, друзья, давайте мы на этом закончим нашу серию. Всем спасибо за просмотр, комментируйте видео, ставьте лайки и не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока.